поднялась на церковь, которую нам с вами видно было со всех сторон. Тут такой красивый вид. Сейчас я вам покажу вид. Церковь Святого Николая Чудотворца. Просто завораживающий вид. Красиво. Вот мы с вами ходили вот туда. И там, когда собачка гуляла, нас сопровождала. Вот мостик, через который мы ходим. Вот он, на рынок. И там вот магнит. Рынок, гостиница, набережная. Дикари. Поняли, где, да? Где-то вот там уже в конце. Рыбацкая зона. Туда, куда мы ходили рыбу покупать. Стояла в очереди. Конечно, очень красиво. Алые паруса. И так вот здесь красиво. И горы. Речку вот видно. Местные жители говорят, не купайтесь рядом с речкой, потому что здесь канализация. Я здесь, в принципе, и не купалась, ходила туда, далеко всегда, практически. Конечно, там чище и больше мне понравился пляж. Туда дальше, вот где дикари, там вообще классный пляж. Красиво. Здесь церковный двор, там. В церковь заходить не буду, потому что у меня нет платочка, длинную юбочку нужно, чтобы туда заходить. У меня этого нет. Вот такой вот красиво отсюда, конечно, вид. Вид просто шикарный отсюда. Очень красиво. Все видно. На ладони. И дождик начал моросить. Красота. Послезавтра я уже уезжаю утром. Ну, мне говорят, повезло тебе с погодой. Неделька была нормальная. Сейчас дождик вот опять начинает моросить. Ну, лишь бы мы надеемся, что шторма сильного не будет сегодня. Вон он ходит. Оп, или кто-то. Все, в принципе. Такая вот она. Николай Чудотворца.